Сегодня Вадим Красносельский принял главу миссии ОБСЕ Кейли Кайдерлинг. Стороны обсудили отношения Тирасполя и Кишинева. По мнению главы государства, ограничение поставок газа в Приднестровье препятствует переговорам. Я бы очень хотел, чтобы миссия ОБСЕ также вникла в вопросы энергетики и способствовала, по большому счету, своим влиянием для решения тех или иных вопросов. Вадим Красносельский обратил особое внимание представителей ОБСЕ на незаконность действий Молдовы по изъятию части природного газа для Приднестровья. По словам президента, проблема в области энергетики отравляет желание идти вперед во взаимоотношениях сторон. Эта ситуация, она накалила атмосферу вокруг нас. И незаконное изъятие Молдовы части газа с Приднестровья тому пример. Вадим Красносельский подчеркнул, что все договоренности должны соблюдаться, а любые спорные вопросы решаться компромиссом. Подходы Кишинева несколько иные. К сожалению, иногда вот молдавские визави, молдавские должностные лица, с кем я общался и так далее, иные, с кем я не общался, но, скажем, не совсем корректно себя ведут, как минимум. Если подписал, исполняй. А не ищи отговорки, чтобы не исполнить уже подписанное ранее те или иные соглашения. Переговоры между Молдовой и Приднестровьем в данный момент заморожены. Сторонам нужна площадка для контактов. Президент отметил, что если будет желание, то можно продолжить встречи в формате 5+2 или проводить неофициальные встречи и консультации.